Сыпричвачки, с вами Мелскал, со мной сегодня Настя. Всем привет, Тосик! Сегодня мы с Настей собрались не просто так. Мы сегодня будем играть в игру «Строй, чтобы выжить». Мы должны будем строить стены всякие, для того, чтобы скрываться от разных монстров. Как-то так. Мы играли уже в эту игру, если вы не смотрели предыдущую часть, обязательно смотрите в... написано в описании. Вот ты где, привет, Настенька. Сестренка, ёшки! Блин, это, смотри, я даже в игре выше, чем ты. Как так вышло? Это все природное. Roblox понимает считывать тебя настоящего, ты понимаешь? Настя, мы, по-моему, ничего не построили, да? Да. Настя, заспаунила что-то, чувствуешь, да? А что слушай, он делает? А что мы можем сделать? Он подходит в красное поле, которое подсвечивается, и пускает, типа, взрывные волны. Да, и смотри, наша задача будет взять, скрыться так, чтобы нас не убили. Ну, то есть, вот, будут спауниться разные монстры, и главное, чтобы нас не убили, потому что он подходит к твоему дому и такой: «Хадась!» И ты умираешь. Какой смешной, давай, разрушай. Ау, ау, ау! Нифига, 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 он убивает прям жестко. У тебя почти жизни не осталось. Ты как будешь жить? Так у тебя то... По-моему, мы посыпались в первом же раунде. Мы даже ничего не построили. Давай строить. Давай, блин, а чем мы так далеко друг от друга? Сейчас строишь. Сейчас будет моя башня. У меня тоже будет очень красивая башня. Очень. У меня есть офигенная идея. У меня тоже. Ты сейчас вообще в шоке будешь. Смотрим, ты тоже. Сейчас будет следующая волна. Нужно быстрее построиться вверх. А что ты там строишь? Что за дерево, Настя? Точно правильно задачу поняла? Там-то дерево, это не дерево. Ты сейчас увидишь, это будет гениально. Ты еще ко мне будешь проситься. Настя, спаси, пожалуйста. Мне, кстати, интересно. Ребята, поняли, что я строю сейчас? Вот у Насти тоже ничего не понятно, если честно. Вот вы поняли, что я сейчас буду строить? Слушай, у меня все понятно, а у тебя непонятно. У меня тоже все понятно. Я тебе отвечаю, лишь бы мне только на этом сервере не заблокировали. По-моему, тут что-то началось. Там волшебник ходит. Там реально волшебник заспавнился. А мы можем строиться еще? Да, мы можем строиться. Все, стройся. Главное сейчас не сдохнуть. Он ко мне сейчас идет. Подожди, он реально ко мне идет. Ничего страшного, ну умрешь ты, умрешь. Ну что такое? Чувак, с тобой все хорошо. Он так странно бегает такой. Он ко мне идет. Что сейчас будет? А то, что сейчас будет? Сейчас ты сдох. Смотри. Время закончилось, тебе тупо повезло. Офигеть, мы выжили, прикинь. Нам сейчас, кстати, дало монетки. С помощью монеток, скорее всего, возможно, можно какое-то оружие брать, как мне кажется. Может, можно пэтов открывать? Смотри, тут есть какие-то яйца. Нужно 200 монет для того, чтобы купить какого-то пэта. 200 монет, а у меня 80, мне еще не хватает. А мне 40, откуда у тебя деньги? Что думаешь, теперь что-то понятно? У тебя просто лестница, Настя. Ну, типа, камон. Вот я! Какая просто лестница? Ты не шаришь. Что ты строишь вообще? Что это за танк у тебя? Потом поймешь. Пишите в комментариях, если вы поняли. Антон! Сейчас лава будет. Блин, надо, кстати, высоту занять. Если это лава, то она может подняться там на 5 блоков. А у меня все продумано, у меня все гениально. Я вот не уверен, Настенька. Что ты не уверен? Вот сейчас я побежу, жду. И посмотрим, как ты туда будешь сказать. Не-не, правильно, победим. Ты слышишь это, да? Я нет. Поднимается! Очень сильно поднимается, поэтому я строюсь. Подожди, все это максимально... Не-не, вверх еще поднимается! Серьезно? Мне да, интересно, она затопит мою конструкцию или нет? Моя вниз идет, все ниже и ниже! Ты куда? Ты куда пошла вниз? Еще выше я поднимается! Я на максимум построилась! У меня максимум блоков! Ты откуда, как ты откуда будешь слазить вниз? Вот так. Ля, она была умная. Ты что, дурак, Антон? Надеюсь, меня YouTube не заблокирует, а то он мне любит сейчас в последнее время видосы сносить. Антон, у меня гениальная конструкция, просто слушай, гениальная. У меня тоже ничего так, задумка. Слушай, тебе повезло то, что ты высоту построился вообще. Да так и было задумано изначально. Ты сейчас все поймешь. Сейчас, мне надо немножечко подрихтовать. Твою ебать. Где такого понабрала? Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Антон. Да. Вы в подъезде, да? Да, я в подъезде. У меня доставка, подожди, блин, ты как не вовремя. А я буду строить, а ты проиграешь. Так, я сейчас отойду, Настя. Бери все внимание на себя, быстро. Все, я ушел. Слушайте, ребята, какой он глупый, а, на самом-то деле. Ушел, а его уничтожат. По-моему, это самое глупое, что можно было сделать. Я тем временем сейчас буду строиться вверх, и у него не будет никаких шансов. Потому что у меня крепость, он не додумался до этого, но у меня-то крепость. Тут Вилл Смит пришел, А чего он ничего не делает? Я поняла, что он тут построил. Настя, ты там жива, Настя. Ты умер? В смысле, я умер? Вилл Смит бегает. Да куда я умер? Я вот сверху тут нормально. Так, Милскел и Настя выжили. Кстати, ребята, как вам моя постройка? Чисто так. По 10-бальной. Напишите в комментариях. По-моему, красиво. А ты посмотришь? Да я уже видела. Нет, сбоку красивее. Да, я вижу, что это похоже. Это дом лесника, башня и дом для детей. Вот слева и справа. Тут у меня будет туалет.
Слушай, осталось 50 секунд, давай я попробую выжить на твоей башне. Мне интересно, у тебя выживаемая же, да? На моей? Нет, я тебя не приглашала в гости. Какого черта ты ко мне пошел? Это моя башня. Кажется, да? Смотри, какая красивая. Ну, очень красиво, да. Половину дома построила, а вторую половину будет? По-моему, и так достаточно. Нам сейчас злой волшебник придет. Шли умирать. Ну ладно, пойдем. Ну что, ну неинтересно, пусть они умирают. Знаешь что? Подожди, у меня есть предложение. Тут оно, конечно, дорого стоит, но давай попробуем. Как насчет вот этого, Настя? Вертолет? Ну да, вертолет. Так, вот я нажал и... И что? Какого черта? Милскел там как будто позвонил. Ядерная ракета прилетела. Что это было? За это я заплатил 400 робуксов в этой игре. Я ядерку сбросил. Серьезно? А, да ты на меня сбросил. Так и на себя тоже. Закрываем эту игру. В той игре дизлайк, она у меня высосала 400 робуксов ни за что. Сейчас вернемся к старому Build to Survive, потому что здесь хорошие монстры были. Они были прям ух. Смотри, знаешь, что это? Это врата. А вот так, подожди. Оп-о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 п. Да, что это? Это мой новый стол Генри Комфорт, который вот недавно ко мне пришел. Офигенно выглядит, я вам так скажу. Вообще классный. И для моих подписчиков есть промокод. Мне дали промокод. По промокоду PLAY вы сможете получить скидку в 10% на этот стол. Так что обязательно заказывайте. Ссылка будет в описании, если что. Я закажу. Да, понятное дело. 10% скидка. Наши старые постройки. У меня тут моя башня осталась. Наши старые постройки. В прошлом ролике мы строили вот эти все постройки, и у нас они сохранились. Офигеть. Ну все, я поскакала. Меня забыла. Не-не-не-не-не, сам как-то давай. Сам. Настя, 20 секунд осталось. Сам стройся, какого черта ты сюда пришел? Вот ты крыса. А ты на вертолете залети ко мне. А где убийцы, где убийцы? Не знаю, подожди. Что это торнадо? Торнадо, да блин, куда в смысле? Я только ракету купил. Ты прикинь, оно возле меня прям было. Я такой думаю, блин, на ракете мне ничего не страшно, торнадо. Где, на какой ракете? Где ты есть вообще? Посмотри с другой стороны. Крадусь. Ой. Че ты взорвался? Привет. А че я голый? А че в смысле? Че произошло? Где мой пресс? В смысле? Куда мускулы делись? Пришли роблоксеры. Ой, фу, бля. Амогуса, смотри. Ты купила себе автомат. А как ты купила? Я тоже хочу. Ну, в магазин справа зашла. Антон, они поднимаются, Антон. Они поднимаются. Пока, Настя. Пока. Удачи. Они подбираются к тебе. А я их сбиваю, все нормально. У меня же оружие есть, я их не боюсь. Я видел, как тебя убили. Что, не боишься, да? Офигеть, они даже ко мне пытаются залезть. Я еще жива! Ты прям на расхват. Мальчики, меня на всех не хватит. Качки как на тебя реагируют, классно. Милскел 2 выжил. Это я. Ты опять наверх залез? Блин, я тоже хочу построить мне, пожалуйста, лестницу. Какую нафиг лестницу? У нас тут монстры залазят. Ты, блин, лестница. Мне нужна лестница. Так, я пошел тогда к себе, потому что у меня реально хорошая башня. Я вот тут себе построю постройку, чтобы, короче, можно было забираться, чтобы можно было стрелять. Все, я готова. Кто там у нас дальше? Подождите, я не могу к себе домой зайти. Как уничтожить блок? Хаки-маки лезут! Хаки-маки! Настя, хаки-маки! А можно мне тоже пистолет? Как купить пистолет? Настя, твою мать, лети вверх! Они какие-то придурочные, они такие глючены, капец. Да, я одного убила. Выжили? В этом раунде выжили, уже хорошо. Подожди, построй домик, пожалуйста. Какой тебе домик строить? У меня есть идея, офигенная идея. Какая? Давай построим стены. Реально прям стены построим от всех. Бункер, иди сюда, строй стены, иди сюда. Так окей, я тут на верхушке строю себе дом, что ты ко мне пристал? Сюда иди, стены строй. Сюда, подожди. Да я не хочу слазить. Подожди, сюда. Я не хочу уходить. Сюда сползла, милочка. Настя, бегом, ты быстро строишь, ты в Roblox играешь. Во, молодец, давай, еще в два, и мы выживем, я тебе отвечаю. Торнадо. Ой-ой-ой-ой-ой, Настя, мы в тупике. Настя, она на нас идет, Настя. Стой в стенку, смотри в стенку. Фу. Ты сам мне сказал стены построить. Теперь, подожди, уничтожай все. Нужно строить стены вот здесь по периметру, чтобы мы бегать могли. Раб, давай. Ну-ка, давай, строй вместе со мной, ты, блин. Я могу только мега-бомбу скинуть. Хочешь ядерку? Нет, спасибо. Так, а где что строить? Смотри, строй вот здесь стены. Будем вдвоем выживать. Мне просто, у меня почему-то не уничтожаются блоки, не знаю почему. Возьми вот здесь. О, как красиво, гламурно. Как-никак называется Build to Survive. Типа, строй, чтобы выжить. И что ты, нифига
Стой, не стену! Строй стену, за что я денег не плачу? Ой-ой-ой-ой-ой, там что-то черное! Побежали. Да спасибо, Антон! Настя, ты чего не выжил? А, чего я не выжил? Такой хороший брат, вообще, так, а ты стены просто медленно строила, ну камон. Строй, пожалуйста, стену. Ты офигел, ты нереально офигел. Давай помогай мне строить, ты, блин, прораб. Так вот, смотри, вот тут строишь, потом вот сюда строишь, помогаю. Построй стену. Давай, строй. Вот теперь в 3 блока. Да, молодец, хорошо получается. Я себе купил тоже автомат, ни хрена себе. Я опасный, очень опасный. Ты строишься там, все нормально? А, ты чё? А ты офигел? А ну стройся. Ну это уже просто, это кошмар. Ребята, ставьте ему дизлайки. Позор какой-то, 14 секунд, ну помог бы сестре, ну. Блин, просто позорище. 4, 3, Настя, следующий монстр. Ага, отлично, умрешь, ну удачи тебе. Идут зомби-апокалипсис. Они не могут даже забраться друг на дружку. Они хилые. Я могу так... Блин, всех поубиваю. Так, ну я тут оставила маленькое окошечко. Тё, какая красота! Алло, блин! Ура! Мы выжили! Настя, пусти, пожалуйста. Не-не-не, давай! Удачи! Так, я понял. Как-то сам. Ну ты, конечно, скоростной тип. С днем космонавтиков! Кого? Космонавтиков. Опять хаги-ваги лезут. Ой, Настя. Они же друг на дружку могут залезть, да? Они не залезут. Стреляй в них. Это Дон, меня убивают! Стреляй. Как я перенервничала. Еще один залез. Как они залезли? Убили. Я не знаю, они друг на дружку, по-моему, залазят. А как это использовать? О, мяу. Чем тебе это поможет, у меня вопрос? Смотри, наворачиваю как. Вау. Дон. Че, там кто-то есть? Джефф убийца. Че? А где он? Вот он. Стреляй, быстрее. Ты где вообще? Давай как-то сам. Настя, помоги, пожалуйста. Настя, убили. А ты где? Тебя тоже карма ждет, Настя. Он тебя сейчас... Лохушка. Вообще-то обидно. Так, ну блин, надо было помогать. Давай, мы сейчас поотстреливаемся. У них нет шансов. Я тебе помогу. Спасибо большое, вовремя, очень вовремя. Мы уже проиграли. Садись. Да куда? Сюда, давай, садись. Мне надо строить, меня работать заставить. Мяу. Смотри. Мне кажется, можно на самом деле не строиться, а просто взять себе, купить вот эту вот шнягу и просто кататься здесь. Так она не спасет, мне кажется. Вот это, конечно, глючено очень. А тут еще есть убийцы. 23 секунды, Антон, помоги. У меня есть вообще план, на самом деле. Какой? Вот туда лететь. Ты хочешь улететь просто? Ты хочешь так просто сдаться? Почему она летит чисто так вверх? Это самый простой метод, а ты попробуй выжить среди скал. Какие скалы? У тебя розовая, блин, коробка. Котенок здесь. Котенок, Настя, ничего страшного. Ни хрена себе котята. Нифига себе котенок. Ни хрена себе котята. А Настя, залез к тебе сразу. Настя, я-то что, я могу стрелять отсюда? Подожди. Нет, котята убили. Leave a like. Так, подожди, залазь ко мне просто в самолет. Котят катаю. Смотри. Настя, у меня кошка родила. Котенка не хочешь? Мне кажется, таких можно и утопить, да? Тут не надо, у тебя желтая монетка будет. Тебе видео заблокируют. Все, бери меня, давай, взлетаем. Смотри, прыгаешь ко мне. Быстрее. Поехали. Все, смотри, тактика какая. Я лечу, а ты... Вот. Вот такая тактика. Гость здесь, беги за своей жизнью. Что, гость? Что, о, за господи. Гость? Кто это? Не знаю вообще, но они страшные. Давай подлетим поближе? Не люблю гостей. Давай подлетим поближе. Убивай, я... Спасибо. Вот это ты, конечно, сделал маневр, что я сейчас чуть не упала. Что за гость? Какие-то чуваки с ножами. Спасибо, Антон. Я тебя тоже очень сильно люблю. Ты самый лучший брат, который отправил меня на убийство. Посмотрел поближе, да? Слушай, я не знал, что я умру. Я думал, я бессмертный. Да, конечно, бессмертный. Сколько раз вы тут уже умерли? Я всех отбила, а ты там как? У меня макароны только что было, я вообще не понял, что это было. Такой... Мы вдвоем просто ходили. Новый монстр, подожди. Зомби здесь. Зомби уже были. Пошли. Их очень легко перестрелять. Иди за мной. Все, я всех перебила. Блин. Пожалуйста, это так тупо будет сейчас умереть просто от этих дебилов. Ой, я хочу понаблюдать. Давайте, убейте его. Ну же, убей. Я почти всех перестрелял, одна секунда. Я всех убил. Я считаю, что ты не должен был быть выжившим. Я считаю, что кого-то нужно сбить самолетом. Давай, брысь отсюда, брысь. Фиолетовый убийца парней? А тут парней нет. Где вы видели парней? Слушай, они ультра быстрые какие-то. Ёшкин, матрёшкин! Это какие-то полицейские! Пожалуйста, не
что, зря вы спрыгнули, в общем, мы могли вылезть, мы не вылезли. Это полный трындец, Антон, это полный трындец. Они какие-то жесткие, кто это вообще, что за фиолетовые? Они слишком жесткие, господи! Антон, они меня убили, добей их, пожалуйста, добей. Я ничего не могу сделать, все, до свидания. Никто не выжил, ну понятно. Фиолетовые убийцы, парни, это что за монстры такие? Сейчас будет новая волна, готовься, Настя, оружие нормально возьми только. Какая-то фигня будет, я буду с лазером. Что за ночные марионетки? О, господи, пошли в задницу! Капец, что это Божечки, такое? Божечки, они просто безумные! Они прыгают вверх, Настя, они прыгают сверху прям. А что они такие стрёмные в конце? Ты, пожалуйста! Антон, меня сейчас убьют, Антон! Настя, выживи! Все? А, вон еще один. На. Все, на этом все. Мы выжили, прикинь. Ну, почти. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, если еще не поставили лайк. Всем удачи, всем пока. Пока! Пока.